Я очень надеюсь, что нам не придется сражаться с этим монстром, который вперед побежал. Так что давайте смотреть. Так. Выходит, назначение нашего нового компаньфюрера. Не было совпадений. Конечно, это он. Кто же еще? Наш новенький лейтенант. Отец признался мне в Берлине. Он подергал за некоторые ниточки в верховном командовании. Это, конечно, все хорошо. Это все, конечно, хорошо, но... Что нам делать? Так, здесь, походу, если что, мы возродимся с вами. Я так понял. Так что давайте... Идемте дальше. Ну, там огонь, там явно мы не пройдем, да? Значит, нам... Худой, правильно, сюдой. Лестница смерти. Обнадеживает, обнадеживает. Тихо, 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 так. Во. Пошли дальше. Кстати, пошлите дальше. И налево, и направо можно, да? Так, я тут просто прислушиваюсь, ходит ли тут бабайка, либо не ходит. Ля, оно еще и запотевает. Хорошо, давай снимем. Давай снимем. Надеюсь, мы в правильном направлении с вами движемся. Предлагаю пробежать. Так, и там был... Путь, и тут есть путь. О, здорово, отдыхаешь? Ну, отдыхай, зайчик, отдыхай. Ой. Так, хватит. Вам меня не достать, уродище. Что за... Кто здесь? Это ты, солдат? It's me, Марио. Где ты был, черт возьми? Ну, язык проглотил. Ну, ответь ему, алло. Стой на месте, чертов предатель. Вонючий ублюдок, я должен был понять, что тебе нельзя доверять. Что не так? Ты что-то другое хотел услышать? Делает глубокий вдох. Я хотел бы тебе доверять, правда, но моя миссия превыше всего. Я никак не могу рисковать. Так, хорошо. Захвати склад со взрывчаткой. И еще, принеси мне доказательства, что тебе можно доверять. Покажи, что ты не заодно с врагом. С кем? С этими бабайками? С демонами? Так, захватить склад с боеприпасами. Так, гоу. Хорошо, гоу так гоу. Так, не курить. Взрывоопасно. Я так понимаю, нам сейчас будет нужно с вами убегать, наверное, от демона, да? Вот это вот здоровое. И принести ему взрывчатку. Так, автосохранение. Угу. Сейчас что-то будет, я уверен. Ладно, давайте пробежимся. Давайте пробежимся и посмотрим. Так, сюда и... И куда идти? Блин, внизу что-то есть. Но если я сейчас прыгну, я ж не подымусь, да? Так, давайте тут посмотрим. Говорится, спрыгнуть мы всегда еще успеем с вами. Так, тут тупичок. А тут-то, тут тоже. А, ну тогда правильно, тогда нам вниз. Говорится, другого выбора у нас нету. Все, спрыгнули. Очередная записка. Да-да-да, по-любому, все. Крица, нет времени объяснять, пошлите дальше.
Так, стопе. А. Все, отлично. Газ мы убрали, хотя у нас был с вами противогаз. И может нужно было оставить газ. Ну ладно. Ну? Полезли. Так. Открыть, открыть, открыть. Автосохранение. Так, солдат, это я. Мне удалось наладить коммуникацию. Ты правда собираешься это сделать, да? Может, я ошибался на твой счет? Ты там не один. Мимо бункера пробежал какой-то монстр. Он может быть совсем близко. Мне кажется, он терпеть не может газ. Перекрой газопровод и пытайся выманить его окружающую окружение склада. Ага. То есть мне нужно сейчас его выманить, потом включить газ, да? Окейушки, окейушки. Так, здесь мы сможем запрятаться, наверное, а он побежит вон туда. Наверное, я по-любому. И нам нужно будет потом идти за ним, да? Так, хорошо. Пошлите. Пошлите смотреть. Так, здесь у нас что? Здесь у нас замок. А здесь как-то можно перекрыть это все, да? Ага, перекрыть мы можем только вон там. А оно заперто с другой стороны. Ладно, ладно. Давай снимем, где тут прятаться можно. Вот тут прятаться можно. Мистер Бабайка, where are you? О! Беги, 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 пожалуйста, беги. Все, 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 до побачення. Ну, по идее, должен прямо пробежать он. Ну, насколько я понял, он должен пробежать прямо и разломать ту дверку. Или я чего-то не понимаю. Ты детекский конь. Так. Ага, он наверху. Может, мне надо через газ его провести? Ладно. Алло? Ладно, побежали. Я, честно, без понятия, что там нужно делать здесь. Блин, если бы еще противогаз не запотевал. Во, сюда мы можем как-то пройти. И что это нам даст? Они чего, да? Короче, мне надо как-то, чтобы он сломал ту дверку. Либо мне нужно обойти. Обойти как-то и открыть ее. Так, маска. Так, газ, 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 хорошо. Ага, вон и монстр. Ты сюда идешь? Ой-ё, оно сюда бьет. Нет, нет, только не в меня, пожалуйста. Все, все, все. А нас тут и нет. Ой, даже не рычи, все. Ну, нет у меня здесь. Так, ага, оно пошло, значит, нам в другую сторону, да? Ой-ё! Угу. А еще раз? Опа. Давай назад. Ладно, давайте дождемся, пока миссия полностью уйдет. Он полностью ушел.
Ой, ты возвращайся, да? Да, ты возвращайся. Но самое интересное, мы от него ж не убегим. Самое интересное, мы же от тебя не убегим, да? А здесь, наверное, тупик. Или не? А не. Не, нормально. Тут можем пройти. Если не ошибаюсь, он газа боится. Ну, либо это я боюсь газа, я так и не понял. О! Ой. Ты же боишься газа? Скажи мне, пожалуйста. По-моему, да, да? Так. Телефон у телефона. А мы, походу, пришли туда, откуда пришли. Или не? Тихо. Тихо, тихо, тихо. А ты где? Скажи, пожалуйста, ты где? Ну да, мы пришли туда. Куда мы пришли? Дверь заперта с другой стороны. Может, реально нужно, чтобы он за нами погнался? Или не нужно? Так, а ну сними. Давай. Попробуем пробежать. Алло? Так, прятаться. Не туда. Не туда хотел нажать. Я хотел таб нажать. Ну все, не рычи. Помоги мне лучше понять, что мне нужно сделать. Блять, что ты от меня хочешь? Так, ага, вот оно. Hello? Так, все. Ждем, пока миссион пробежит. Ну, пробегай сюда. Давай, 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 давай. Блин. Что-то, походу, не работает. Что-то, походу, это не работает, да? Так, алло, давай. Во-во-во, ты ж меня заметил, да? Ты меня заметил, да. Все, хорошо. Можешь ты топотун, глянь, что-то поломал там. Что-то он там поломал. Все, можно выходить? Или ты обратно пошел? Тихо, тихонечко. Нас тут нету, нас тут нету. Побежали? Только не ври, что ты меня услышал, падла. Так, там домик можно было спрятаться. А здесь газ. Все, 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 все. Угу. Побежали. По-моему, сюда, да, нам? Так, и здесь спрятаться можно. Так, что это такое? Еще один противогаз, да? Так, безболезненная штукона, фильтр. Хорошо. А это у нас... Так, внимание, скоро... А, строка, официальный приказ, дежурные офицеры, чтобы приблизить наш успех в ближайшие недели,
Использование снарядов. Ага. Хорошо. А могу ли я выйти? Скажи, пожалуйста, могу ли я выйти, либо ты за мной побежишь. Так. Честно, я так и не понял, что нам нужно. Может, нужно было его привлечь, чтобы он разломал ту дверь, где, типа, с другой стороны закрыта. Или не? Так, одеть маску. О, открыть можно? Все, можно открыть. Хорошо. И шо? И шо хочу? Но газа теперь нету. А может теперь нужно его сюда заманить? Или что нам нужно сделать? Куда нам нужно его заманить? А! Беги, пожалуйста, Арчи, нет. Нет, беги, пожалуйста, Арчи. Нет, 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 нет. Победили. Так, автосохранение, хорошо. И что нам делать? Так, задача. Принести офицеру доказательство своей верности. Это типа... Эти там, где бахнуло. Правильно я понимаю? Нам сюда? Блин, надеюсь, да. Так. Ага, его раскидало, да, я смотрю. Подобрать, хорошо, отлично. И... Теперь кудой. Теперь кудой нам... Но явно ж не сюда, да? Ладно, попробуем вернуться, откуда мы пришли. Только, если честно, я уже не помню, откуда мы пришли. И что нам типа надо? А что такое? Ага, а дальше он не хочет идти, ребят. Дальше он идти не хочет. Хорошо. Значит, где-то здесь выход должен быть. Ну, либо вход, либо выход, либо... Либо что нам нужно? Так, пошли. Сюда можем пройти? Нет, не можем, да? А сюда? Можем, вот, отлично. Шикарно. А теперь побежали назад, я так понимаю. Ну, к этой двери, где он нас стрелял, насколько я понял, нам нужно будет сейчас с вами вернуться. А она, по-моему, у нас... Так, нет, не здесь. И не здесь. А где-то дверка была. Закрыто. Закрыто. Так, а ну, ребят, помогайте. Показывайте. Пальчиком, говорится, на монитор, куда мне идти. Ну, либо можешь кричать в телефон, либо в планшет, на чем ты сейчас смотришь. Левее, правее. Так. А как мне сюда попасть? Как-то тудой. А тудой это кудой. Ничего не понимаю.
Так. Да, все, правильно. По-моему, правильно. Так, я иду, так что не стреляй по мне, хорошо? Стой, где стоишь? Так, я ударную волну издалека пришел. Что произошло? Они в целой позиции свободные. Докажи. Ну, доказывай ему. Алло, покажи. Боже мой. Все, привет. Так, давай закроем. Давай, закрывай. Нет, я закрывай, сказал. Все, отлично. Так, иди ты, придурок. Рисовый район. Ага, ля, было закрыто. Заглючила игра, да? А, глюканула, понял. Ладно, побежали. Ага. Должно быть закрыто, но что-то пошло не так. Побежали к челику. Так. Сейчас, секунду. Пошли. Так, я должен быть уверен. А, я должен был убедиться, надеюсь, ты понимаешь. Неплохо для слепого, да? Офицерский глаз. Нет. Но я вижу теперь более ясно. Намного. Лучше. Я знал, ты убил и то чудовище, которое сделал это со мной. Не стоило в тебе сомневаться, солдат. Хоть ты не принес мне лекарства, но я и сам могу себя позаботиться. Враг точно чума захватил страну. Они в нашей армии, в самом нашем отечестве. Я должен держать наши позиции здесь. Основное теперь зависит от тебя. Так, иди по железнодорожному туннелю на восток. Он тебя выведет кому-то там. Они прекратили поставки. Что-то случилось на производстве. По слухам, кто-то устроил саботаж. Среди нас есть враг. Вот, возьми. Скоро стемнеет. Если сумеешь запустить станки, нам хватит взрывчатки. Так. Чтобы выиграть войну. Так, чего ты ждешь? Я на тебя рассчитываю. Ты наша единственная надежда. Иначе нам не выбраться сюда живым. Мы здесь провели уже слишком много времени. Та-тра-та-та-та-та-ра-та. Так, хорошо, нам дали ключик, нам дали горелку, да? Окей, ладно. Движемся. Здесь тоже должно быть закрыто, но каким-то образом, кажется, мы с вами взломали игру. Ладно. Так, офицер наладил связь. И куда нам нужно... Нужно идти. Ля, я почти могу достать винтовку. Падла. Так, давай смотреть. Мы вместе с унтер-офицером Ромом по вашей просьбе решили проблему с потенциальным дезертиром. Окей. Ну и кудой. Алло, слышь? Соколиный глаз, куда нам идти? Так, сюда, наверное.
Или мы отсюда пришли? Да, мы отсюда пришли, да? Угу. Вот тут что-то можем разломать. Так, надеюсь, нам сюда. Давай еще посмотрим по поводу замка. Ладно. Побежали. Так, его сюда назначил отец, но я почти не узнаю нашего лейтенанта. Он со мной не разговаривает уже несколько лет, включая ту пару недель, что уже находится здесь. Сначала он считал меня паршивое лицо в семье, потому что мне не везло то, что я ушел на войну раньше него. А теперь он смотрит на меня свысока, и не только на меня, но и на всех вокруг. Так, ага. Надеюсь, сюда? Или непонятно? Да. Нам сюда. А у нас еще есть с вами, смотри, противогаз. И мы можем посмотреть, что тут происходит, да? А здесь у нас ничего не происходит. Хорошо, ладно. Снимаем и пошлите дальше. Блин, надеюсь, монстров больше не будет. Так, чтобы начать заряжать фонарик, удерживайте. Когда фонарь зарядится, отпустите его. Ага, у нас фонарик с вами есть. Прикольно. Налево, направо. Так, ну тут мы явно не пройдем. А ничего, что фонарик так быстро разряжается, не? Это мне постоянно держать его. Так, бонжур. Очередная бесполезная штука, которую мы нашли. Ну смотри, я зажал эту правую кнопку мыши. В любом случае нужно будет это как его зажимать еще раз. Так, снова наступила осень. Война бушует уже 3 года. Я побывал дома и заглянул на чердак. Но вспоминать крестьяна слишком больно. Даже моих голубей не осталось. Мама говорит, они улетели. Но я не думаю, что это правда. Возможно, ей пришлось лгать в присутствии отца. Может, он сморил их голодом прямо в клетках. Он обостроил в подвале лабораторию. Мама, похоже, не знает, над чем он там работает. Он больше не вред друг друга ни слова. Ну да, нас в этой же клетке, чей там в подвале, как раз и оглушили этим газом. Там с голубями произошло. Мы все помним, да? Он их отравил. Так, ну вроде монстров не должно быть. Вроде монстров не должно быть, но все равно как-то стрёмно. Я вообще ничего не вижу, куда нам надо и что нам надо. Да неужели так фонарик быстро разряжается? Ну это бред какой-то. Ой, бонжур. Это нам нужно сейчас будет до чего-то там добраться и запустить производство, да? Производство, по-моему, взрывчатки. Так, автосохранение, хорошо. Дальше вроде идут уже фонарики. Так. Мама, папа. Урсел разорвала нашу помолвку. Пожалуйста, не волнуйтесь, если ничего больше от нее не услышите. Когда война закончится, настанет время новых начинаний. Может, и в Урсел снова заискрится надежда, и она снова к нам вернется. Я не вешаю нос, выполняю свой долг перед... Угу. Долг. Интересно, кого он брал? Взаймы,
чтобы возвращать потом долги. Так, почта, почта, почта. А нам точно сюда? Просто и тут вход, и там выход. Или это одно и то же? Да, одно и то же, хорошо. Я не уверен, конечно, что здесь будет что-то прям интересное лежать. Но, думаю, стоит пройтись, да? Так, здесь газ везде, так что предлагаю одеть с вами масочку. Так, нам по мосту, наверное. Угу, автосохранение пошло, значит, нам сюда. Значит, мы в правильном направлении движемся. Разложение. Сейчас мы, наверное, дома, да, очнемся с вами? И будем очередной ключ искать. А нет, ты гляди. Не дома. Ладно, побежали. Блин, от этого фонарика больше шума, чем пользы, да? Надеюсь, сзади сейчас поезда не будет, который за нами будет охотиться. Лята, как тебя покоробило. Ага, ляга. Еще это такое. Это тут мистер Бабайка живет. Так, было сохранение. Наверное, по-любому сейчас тут кто-то живет, да? А вот и телефон очередной. Так, алло. Это ты, солдат? Отлично, ты почти справился. Нужно восстановить электричество. Тогда завод снова заработает. Но будь осторожен. Диверсант. Он один из наших. Это... Кто это? Алло. Кто это был? Так, восстановите электричество. Хорошо, давай смотреть. Какой огромный завод. Так. Чпоникс. Так, я приказал нашим заводам немедленно прекратить производство оружия. Угу. Ну все. Или нет? Так. Температура 0, температура 0. Понятно. Все не так просто, как мне бы хотелось бы этого, да? И наверх мы не поднимемся. Окей, давайте блуждать в темноте. Давайте блуждать, курица, в темноте смотреть. Что нас тут ждет с вами. Так, как пройти? Никак. Что от меня хотят? Во, могу просунуться даже куда-то. Прикольненько. Так, с помощью оранжевых труб пар из печи можно направить в точку, где необходимо повысить давление. Поворачивайте что-то там. О, хорошо. Вот так, да? Так, давай смотреть. Так, мы пытались починить станки, но они ломаются снова и снова. Вы думаете, это враг? Так, саботирует работу, но виновника не нашли. Хорошо. Р1? Все правильно? Нет? Так, а мне нужно... Мне что-то нужно. Так, Р1, Р2... Свисток. Так, температура 300. А!
Рыцарь тракториста, да? Не? Я вообще не понимаю, что от нас хотят. Во, отлично. Так. Вроде бы сделали. Так, помогите бравым солдатам, которые сейчас отгоняют что-то там кого-то. Уи. Так, нам нужно тоже на 300, да? Тихо. О, вот так. Давай смотреть. Давай просто крутить. Угу, не в ту сторону. Ну да. Это так не работает. Я понял. Ага. Так, стой. Здесь у нас 550, B2, B1. Так, нужно B1, да? А1, так, B1. Вот так. А А1 нам тоже нужно. Так, куда нам А1? Все, пошло ж. Или не пошло? Да, пошло. А почему эта штука не хочет? Ладно. Так, ребят, действую чисто контраинтуитивно, так что. Так что я даже не уверен, что я правильно все делаю, но вроде бы да. Так, записка. Как и было приказано, великий лейтенант славного германского кайзера стал применять против французов новый ядовитый газ. Он искренне верит, что если бедолаги умрут в собственных траншеях, мы победим в войне. Ну да. Но это, походу, так не работает. Во, пусть это будет последняя труба. Пусть это будет последняя труба. Так. Так, отлично. Нам нужно куда-то, кого-то, где-то. Где-то кого-то, чего-то. Давай смотри, 450. Так, B1, B2. B3. Так, B3. Не. Ладно. Нет, так нет. В B1, да, нужно будет? Что-то пошло куда-то. Куда-то в кого-то пошло. Ага, мы можем даже пройти здесь. Только я ничего не вижу. Во, а здесь? Так, не-не-не, дай. Неправильно? Широкую на широкую? Ладно, допустим, что я правильно сделал. Сейчас попробуем вернуться. Скорее всего, попробуем с вами вернуться. Так, где тут пар? Ага, вот пар. Где тут кто? Тут вот это вот он будет. Нет, не то. Ну, все правильно должно быть идти, или нет, или что, или кто. Тут же правильно все пошло. Ой, как же меня бесят такие вот задачки.
Сейчас, секунду, ребят. Секунду, секунду и продолжим. Так, давай заново смотреть. Давай заново смотреть. Здесь мы выставили правильно. Здесь 450, хорошо. Так, B1 в B2 надо, да? B1 в B2. Оно идет откуда и куда? Где тут B1? Так, в B2. Все, понеслось. Все, правильно? Не, должна исчезнуть эта штука. B1 в B2, хорошо. А дальше получается F1 в B3. Ой. Так, давай пробежим. Так, посвети. Так, B2, F1. Может, в другую сторону. Ну, B2. Или нет? Ладно, давай до конца. Честно, я без понятия. Я в принципе... Ой. В принципе, понял, что от нас хотят, но... Что конкретно? Так, ну мы здесь крутили, да? Или мы здесь крутили? Или где мы крутили? Пройти даже можно и вниз спуститься. Но мы еще не запустили. Эта штука должна погаснуть. Погоди. Так, B1, B2. B1, B2. Ну вот оно. Оно должно сюда и пройти, правильно я понимаю? И там, где F1 в B3. F1 в B3. Вот F1. B2. А где B3? Ну, B2. А здесь кто? А вот B3. Хорошо. Значит, сюда, правильно. Вот оно должно перейти вот сюда. И теперь обратно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, больно в ноге. Да. А здесь F2 в U1. Так, F2 в U1. Ну все. Почему оно не работает? F2, F2. F2 в U. Ну вот, F2 в... Ну, значит, оно сюда должно пойти. Ну все. И шо? А ты?
Ой, бред какой, ребята, ну не срабатывает, я не знаю, что от меня хотят. Честно. Здесь потухло. Здесь еще потухло. Но стрелочка получается, я так понимаю, что стрелочка идет направо, правильно? А эта стрелка должна быть налево. И нам нужно в У. Вот, сюда она должна направиться. Температура правильная. Может, что-то пускаю? Может, реально я что-то упускаю? Потому что, по идее, вроде все правильно должно быть. Ай, патла! Фу, испугал. Патла какое. Стрёмно, ребят, стрёмно. Так. Так, давай присядем, посмотрим. Блин, ну я вроде все правильно тыркал, не знаю, но... Почему оно не сработало, я так и не понял. Где я вообще? Где я вообще, куда мне идти? Так, главное запомнить вход, чтоб если что вернуться. А я уже заблудился, все. Шикарно. Так, икс. Икс нам нужно на 600. Так, на 600. Хорошо, давай смотреть. B1, B1, вот. Значит... Не. Стой. Не, неправильно. Ага, значит... Типа, когда влево стрелочка, значит, она вправо идет. Хорошо, дальше. F1 в B2. И тут есть вход, и там есть вход. Или мы сюда и пришли? Ничего не понимаю. Но надо, наверное, будет навернуться назад. Надо будет, наверное, навернуться назад. Что это такое? Почему это не работает? Ага, нам нужно электричество. Понял. Понял, принял. Так. Тогда пошли сюда. Ну все, успокойся. Я уже забыл, что нам нужно в какой F1, F2, F3. Так, сюда, не? Блин, падла, бесишь меня. Я уже не помню, если честно, куда нам надо крутить его. Так, давай смотреть. F1, B2, или J, что это за буковка. Так, F1, а, это X, значит, мы не сюда пришли. Значит, мы не сюда пришли, это был X. А X куда нам нужно? Так, F2 в X нужно. Так, F2 в X нужно. Значит, нам нужно повернуть вот сюда. А и значит, нужно найти другую, третью штуку. Где она находится?
так, с этим мы разобрались, да. А где еще одна? Во. Все. Вот оно должно вот так быть. Только, по-моему, нам нужно будет назад еще вернуться, потому что мы не все сделали, да? Или все сделали? Или все работает? Вообще что-то непонятно. Но надеюсь, оно сработало, и мне не нужно будет потом переигрывать. Заново все это делать. Так, куда их? Ага, сюда, да? Бегим, бегим, бегим. Так, снимите. Он увидел свет, хорошо. Наверх, да? И... Блин, сколько здесь гребаных тоннелей, я не знаю. Игра, отстань, пожалуйста, от меня. Что мне нужно сделать? Так, мы отсюда пришли, хорошо. Давай туда-сюда. Так, открыть, отлично. Ну, дай пройти. Спасибо. Так, папа говорит, от газа может стать плохо, его нужно всегда закрывать до конца. Нужно закрывать до конца. Все работает. Да, сработало. Ура. Значит, третью мы правильно сделали. Это не может не радовать. Твои действия в этой зоне имеют последствия. А можно не надо? Так, рабочий саботажника остановил производство. Мы должны сделать все, чтобы наши делах, чтобы завод снова заработал, чтобы наладить производство. Давление газа на всех линиях подачи должно быть максимальным. При достаточном давлении мы сможем вернуть на завод электричество. Но помните, если производство окажется в руках врага, останется забор, тратный на все. Да, хорошо. Окей. Так, разложение. Ты опустила восточным ветром, обещание дома, обещанием смерти геройской. Но там, где пируешь ты, нет ничего живого. Ага. Окейушки, привет. Очередная загадка, да? Так, рычаг не подается, нужно повысить давление. Ой, как вы меня бесите. Я хочу играть в хоррор, а не тыркать рычаги. Блин, это ты сейчас оживешь, да? Я так понимаю. Механизм не движется. Но я сейчас, наверное, как только тыркну, ты сразу за мной побежишь. Все. Ну да. Во-во-во, началось. Что такое, братан, закоротило? Да ты шо? Это терминатор, ля. Ой. Так, удерживайте пробел, чтобы пропустить касцену. А ладно, не. Так, повернись, пожалуйста. Так, один солдат, ничего не должен. Ну, опустись. Все, опустился. И что делать? Ай-я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 й, кашель. В
Я ничего не вижу. Ой! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Убегаю, убегаю, убегаю. Ребятули, ничего не вижу. Ага, нам нужно... Понял, нам нужно что-то крутить. А беги. А ты не хочешь бежать, не? У тебя нет такого желания бежать. Нет, у него нет такого желания бежать. Ой-о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 й. Дон бестала библиотека. Блин, падла. Спасибо. Я вообще не знаю, что я делаю. И правильно я ли вообще что-то делаю. Крути, 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 крути. Крути, зайчик, крути. Мы в ловушке, ребята, мы в ловушке. Все, до побачення. Ага. Нам нужно повысить будет как-то, да, давление или что мы там нужно будет повысить. Ну, увидел рычаг, крути. О, хорошо. Давай разбираться. Давай разбираться, что нам. Что нам тут нужно. Так, давай смотреть, что нам тут нужно. Здесь у нас будут рычаги. После того, как мы разбудим вот этого вот робота. Так, B1, B2, и нам нужно будет повысить давление. Повысить давление каким образом? В какую сторону его повышать и крутить? Угу, непонятно. Ладно, давай попробуем еще раз. Если не получится, то уже следующая серия. Так, там, по-моему, зажать пробел, чтобы пропустить касцену. Так, все, до побачення. Так, бежим. Нужно повысить давление. Давление нужно повышать, по-моему. Да. Дон бестала библиотека. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Так, беги. Так. Повысить давление газа. Нет, открой мне вот эту штуку, пожалуйста. Открой мне ее. Так, а я не помню, какую я уже крутил, какую не крутил. Так, здесь, по-моему, да, мы не крутили? Или крутили? Не, крутили. Все, нужно теперь эту... Так. Ну. Ну, пожалуйста. Не, неправильно. Ай, бесишь меня. Ладно, ребят, все. В следующей серии продолжим. Я понял, нужно там давление поднять, и чтобы что-то, что-то, кого-то тут... Не, явно не в этой. Все, всем мур-мур, пока-пока и до потом.